Свой 9-й сезон воспитанники хореографического ансамбля «Формула танца» завершили масштабным отчетным концертом. Ребята подготовили для гостей более 20 художественных номеров по различным направлениям. Эстрадный танец, контемпорари, хип-хоп, стрит-дэнс и современная хореография. Сегодня поделимся своим творчеством, будем делиться своими танцевальными успехами в различных хореографических композициях. В ансамбль объединил ребят разного возраста от 5 до 18 лет. И вместе мы называем себя «Большая танцевальная семья». Подготовка к концерту заняла 3 месяца. Каждая танцевальная постановка уникальна, наполнена необычными образами. Высокую степень мастерства и профессионализма молодых дарований по праву оценили зрители, родители, друзья и близкие артистов. Отчетный концерт для нас – это такое очень масштабное мероприятие, которое мы очень всегда ждем. Это видно даже по тому залу, который набирается, потому что мы знаем, что всегда педагоги нас удивят своими волшебными танцами, прекрасным выступлением, организованностью детей, как они это все исполняют. Этот год для танцевального коллектива выдался ярким и насыщенным победами. «Формула танца» неоднократно занимала первые места на всероссийских конкурсах. Останавливаться на достигнутом руководители ансамбля не планируют. Ежегодно количество желающих обучаться танцевальному искусству только увеличивается.